У нас в Стамбуле растеплело, сегодня лето, плюс 26 градусов. Вчера еще было прохладно, а сегодня я уже отекаю. Пальцы как сосиски. Приходится пить воду, а мы взяли мало чаю. В общем, где прогуляться, когда жарко? В районе Чекмекой мы нашли парк под названием Чекмекой Сиир Кулеси. Похож на такого лесного типа парк. Покажи. Очень тихий, звуки природы. Мало людей. А еще вот там вот, видишь, покажи, вот там вот смотровая площадка есть. Мы вам потом покажем вид с нее. Черепаху в парке. Маленькую, мистер черепаха. Он так быстро ходит. Я 100 лет не видела черепах в природе. Только в зоопарке. Что у тебя тут? Мистера черепаху встретила. Хочу домой забрать. Нельзя его домой забрать. Он такой хороший. Нельзя. Он меня просит. Не забирай. Какой ты хороший. Он со мной разговаривает. Блин, вообще, я обожаю черепах. Они такие прекрасные. Хотя бы ежа встретить, ежик. Вот обзорная площадка. Сейчас мы на нее поднимемся и покажем, как выглядит Турция. С какого? Раз, два, три. Ну, как минимум 4-го этажа. Ну что приключилось-то опять? Такая красотища. Ну красотища и правда изумительная. Так сильно впечатлило тебя. Олеся Евгеньевна ломанулась в чащу за черепахой. Даже не успел следить за ней. Сейчас вот хожу по нему. Наслаждаюсь парком. Да ищу, где она вообще есть-то. И скалы, и парк. Вообще. Птички поют, солнышко светит. Плюс 26 сегодня. Класс. А ты что опять села? Черепаху потерял. Найти не можешь? Никак не могу. А зачем он тебе нужен? Хочу домой забрать. О-о-о.
Вот, собственно говоря, фотопарк. Вот будочка деревянная. Охраны, они обход периодически делают. Ну и все. И в круговую дорожке на разных уровнях. На самом высоком площадка эта обзорная находится. Можно присесть. Да, как-то так. Присесть. Ну что, мы пойдем дальше? Да, кофе напила, сейчас усну.